Немножко волнуюсь, конечно, что у нас закончились с вами встречи. Очень было мне приятно. Выражаю свою искреннюю признательность волшебным рукам и настоящему лечебному таланту Прудниковой Валентины Александровны. Этот врач изменил мое отношение к лечению зубов. Как и многие, я не очень любила посещать стоматолога, вероятно, вспоминая свое детство. Но сейчас мне не изменилось. Неоднократное многочасовое лечение пролетело незаметно. Все манипуляции были легкие, безболезненные. Руки врача были невесомы и совершенно не задевали ни щек, ни губ, не давили на челюсть. И обстановка в кабинете спокойна, умиротворяющая. Иной раз даже забывала, что нахожусь в кресле стоматолога. Если глаза закрыты, изучала музыка. Уважаемая Валентина Александровна, хочу от всего сердца поблагодарить вас и вашу работу. Вы талантливый врач, от Бога, с золотыми руками и горячим сердцем. Но вы еще и замечательный человек, добрый, отзывчивый, умеющий сострадать людям. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем нелегком благородном деле. Хочется поблагодарить и весь коллектив клиники Венеции, и ее руководителя Старовертову Ксению Владимировну за хорошую атмосферу, современное оборудование, сервис и, конечно же, прекрасных высококвалифицированных врачей. С уважением, Любовь Серафимовна Курганская. Спасибо. Покажите нам бумажку, с которой вы читали, вот такая вот у нас грамота. Видите, как человек старался, не только видео, но еще и письменный отзыв принес нам в ручки. Спасибо большое. Спасибо вам большое, особенно за индивидуальный подход к каждому. Я очень благодарна. И буду скучать, Валентина Александровна. Но мы с вами же не расстаемся. Нет, не расстаемся. Да, у нас пару зубов осталось. Которые... Я счастлива, что я попала в ваши руки. От чистого сердца говорю, честное слово. Спасибо вам огромное за такой отзыв. Да. За моя семья вся здесь. Ваше внимание, за то, что вы нам такие прямо грамоты пишете. Очень приятно, мы все это опубликуем, конечно. Спасибо. Да? Конечно, можно. Нужно. Спасибо большое, что, во-первых, вы даете такую обратную связь, и самое главное, что вы еще нам разрешаете эту радость, да, этот отзыв показать другим и показать результаты нашей работы совместной, потому что если люди не будут у нас знать, мы не сможем им, к сожалению, помочь. Конечно. Поэтому отзывы это очень-очень Вы знаете, я счастлива была, что меня порекомендовали сюда сын, невестка, внук мой, муж мой, вся семья. Я всем друзьям рекомендую вашу клинику. Спасибо вам большое. Спасибо. За ваш профессионализм. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего вам, девочки.